Я хочу поздравить компанию с этим событием. Для нас реализация задач и мероприятий в рамках политики импортозамещения является, безусловно, первоочередными для министерства. Компания «Росгазбурение» активно участвует в этой работе. Вы знаете, что у нас есть целый ряд стратегических документов, включая план импортозамещения в отрасли нефтегазового машиностроения, к чему компания имеет непосредственное отношение. Поэтому будем надеяться, что сегодняшнее соглашение даст нам возможность еще более активно сотрудничать не только с «Росгазбурением», но и с целым рядом компаний, которые участвуют в реализации совместных проектов по освоению стратегически важных для нашей страны технологий в области добычи, разведки, бурения нефтегазового отрасли. Спасибо большое, Михаил Игоревич, за слова. Такие обнадеживающие. На самом деле работа по импортозамещению является совместной работой нефтегазового сектора и государства. Что касается компании «Росгазбурение», мы активно участвуем в программе импортозамещения государства. Это непростые слова. У нас уже, к примеру, есть флот, состоящий на 60% из российских узлов. То есть мы дальше будем двигаться в этом направлении, локализации как флотов ГРП, так и оборудования для заканчивания, строительства, исследования, освоения сложения. Спасибо, Кирилл. Спасибо.